70-летию Великой Победы телеканал «Краснодар-24» проводит акцию под названием «Мой праздник». В минувшие выходные краснодарцам предложили рассказать о подвигах их дедов и прадедов, а также ответить на вопрос, почему 9 мая – это личный праздник каждого. Для этого в парке 30-летия Победы на протяжении дня работала съемочная группа. Все желающие перед объективом камеры поведали семейную историю своей победы. Все признания будут показаны в эфире нашего телеканала в дни празднования 70-летия Победы. Найти их также можно будет в специальном разделе нашего официального сайта.